Всем привет! Сегодня расскажу, как бороться с энергетическими вампирами, а также с разной нечистой силой, которой на самом деле полно. Материалисты просто в это не верят. Сначала с энергетическими вампирами. Если вы чувствуете, что какой-то человек вас вампирит, то просто нужно мысленно сказать «Оксимирона, вампир, вампир, иди в сортир и пукни, по голове стукни». И сразу же обратите внимание, как он от вас отвяжется, обломается. Теперь перейдем к нечистой силе. Ролик короткий. Так вот, нечистой силы полно. Так, ее на самом деле очень полно. Зеленые человечки – это сингапурчики. Многие их не видят, но вот я вижу. Те, что сидят у батареи, маленькие человечки коричневые – это тайванчики. То, что вот сзади тебя чувствуешь, что-то находится. Это чертиха Ола. Она у многих бывает. Нужно говорить старое татарское заклинание. Тур-пур-арматур, сигарьяку-так-им-зур. Тур-пур-арматур, сигарьяку-так-им-зур. И все, никакой их нечистой силы. Сразу же все ее просто сметает. Запомните. Ничего не бойтесь. Самое главное, не оглядывайтесь резко, чтобы ничего лишнего не увидеть. Всем спасибо, всем пока.